Напомню, в Кировской области ввели режим всеобщей самоизоляции. С сегодняшнего дня и до 5 апреля кировчанам запрещается выходить из дома без экстренной необходимости. Накануне улицы Кирова уже опустели из-за начала нерабочей недели. А в районах области ситуация с соблюдением карантинных мер разная. Так, в Подосиновце улицы практически пустые, а в Слободском тех, кто вышел из дома, на порядок больше. Как жители районов области готовятся к самоизоляции, они рассказали сами. На режим самоизоляции не перешли? Ну, мы, в принципе, да, только в аптеку сходила, сейчас в магазин, все, опять домой. Какое-то волнение по поводу происходящего? Да нет. Я вынужденно сегодня вот вышел, а так я дома. Режим самоизоляции не соблюдаете? Нет, нет, не соблюдаю. Скажите, что сегодня вас из дома выгнало? Преддверие дня рождения у сына.